Спонсор нашего канала – компания ESRock. Лучшие материнские платы для процессоров Intel и AMD. Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com. Осенью прошлого года мы проводили тестирование блока питания Thermaltake Smart RGB 600 Watt с управляемой многоцветной подсветкой. Изучаемый сегодня Thermaltake Smart Pro RGB бронза 650 Watt является улучшенной модификацией той серии, предлагающей 7 лет гарантии против 5, модульный кабель менеджмент и сертификат 80+. Помимо тестируемой модели, в эту серию входят также блоки питания с мощностью 750 и 850 Вт. Все они находятся в широком доступе в российских магазинах. Более подробные характеристики и цены по традиции представлены в нашем каталоге. Ссылка в описании к этому видео. Поставляется блок питания в коробке с подробным описанием поддерживаемых технологий и преимуществ. Комплект включает силовой кабель, винты крепления, стяжки, переходник Smolex на FDD, съемные кабели, инструкцию и гарантийный талон. Дизайн корпуса блока питания близок к младшей серии Smart RGB, та же вентиляционная сетка со сложной перфорацией. Эта сетка присутствует практически на всех стенках. Форма Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650 с ровными углами. Smart Pro RGB отказались от закругления на крышке. На нижнюю стенку нанесена наклейка с подробной таблицей, описывающей характеристики этой модели. По краям декоративные вставки с логотипом производителя и названием серии. С внутренней стороны панель разъемов, каждый из которых подписан. Разобраться с подключением сможет неподготовленные пользователи. Коннекторы под видеокарты окрашены в красный цвет. В комплекте с блоком питания идут кабель питания материнской платы 60 см, кабель питания процессора 65 см, два кабеля питания видеокарты, на каждом 6+2 пины идут 65 см, два кабеля с тремя SATA 80 см, кабель питания 4 MOLEX 90 см, кабели у этого блока питания с плоской оплеткой, используются провода с сечением 18. На тыльной стенке помимо механического выключателя силового разъема расположена кнопка изменения режима подсветки и переключатель работы режима вентиляторов. Особенностью блока питания стала заполняющая многоцветная подсветка, поддерживает несколько режимов работы, динамическая смена цветов, выключенная подсветка, фиксированный красный, зеленый, синий и белый. В корпусе с прозрачной стенкой блок питания смотрится отлично. Подсветка в этой модели не зависит от программного обеспечения и не требует дополнительных линий подключения. Поддерживает несколько режимов работы вентилятора, меняющий частоту вращения. При нагрузке менее 10% вентилятор полностью останавливается, обеспечивая бесшумную работу системы. На входе установлен фильтр из двух U-конденсаторов и одного X-конденсатора. Отдельная микросхема контроля тока и разрядки. Поддерживает весь спектр защиты от повышенного и пониженного тока, скачков напряжения, короткого замыкания. Thermaltake Smart Pro RGB Bronze используется прямоходовой преобразователь. Канал 12 вольт с диодным выпрямителем, линии 5,5 и 3 с DC-DC преобразователем. Распаянные элементы на печатной плате черного цвета, пайка аккуратная. Несколько радиаторов для пассивного отвода тепла. APC преобразователь, шим-контроллер APV-7159. Основной конденсатор Rubicon 400 вольт, 470 микрофарад, остальные конденсаторы от Тейпа. Обеспечивается высокий ресурс службы, подтвержденной 7-летней гарантией. Сейчас видите данные синтетических тестов, более подробная информация находится по ссылке в текстовом обзоре. Thermaltake Smart Pro RGB Bronze 650 продемонстрировал высокую эффективность и стабильность напряжений по линиям на широком диапазоне нагрузок. Плюсом отнесем 7-летнюю гарантию, интересный дизайн, вентиляционные решетки, японские конденсаторы, тихую работу, полностью модульный кабель менеджмент, эффективность 80+, бронза, сохранение настроек подсветки после перезагрузки. Придраться к низкому можно порогу нагрузки для полного включения вентилятора, из-за которого со старшими процессорами Intel AMD вентилятор будет оставаться работающим. Можно было немножко повысить эту плану. Довольно обсудим блок питания Thermaltake Smart Pro RGB. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Спонсор нашего канала – компания ESRock. Лучшие материнские платы для процессоров Intel и AMD.